Движение транспорта по улице Генерала Хлебникова открыто. С учетом строительства новой магистрали будет скорректирована работа общественного транспорта. Уже решено, что по улице Генерала Хлебникова пустят автобусы 29-го маршрута. Движению автотранспорта здесь ничто не мешает. Уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, нанесена разметка. Установлены остановочные павильоны. Однако это не означает, что все работы по реконструкции завершены. У подрядчика еще есть время до 15 октября на то, чтобы довести до ума тротуары и сделать газоны. Пока пешеходная дорожка есть только на одной стороне улицы, а с другой пешеходам приходится месить грязь ногами, особенно в ненастную погоду. Вопросы благоустройства здесь еще доделают подрядчик в соответствии с контрактором. И на следующий год будет проложен еще третий слой асфальтобетонного покрытия. Это связано с тем, что глубина залегания сегодня здесь ливневого коллектора более 9 метров. Поэтому будет осуществляться осадка грунта. И для того, чтобы дорога в соответствии с гарантийным обязательством работала не менее 10 лет, будет проложен еще укрепляющий третий слой асфальтобетонного покрытия.